Российский триколор имеет более чем 300-летнюю историю. Первый бело-синий-красный флаг был поднят на первом русском военном корабле «Орел» в царствовании отца Петра I Алексея Михайловича. Законным же отцом триколора признан Петр I. В 1705 году он издал указ, согласно которому на торгово-всяких судах должны поднимать бело-синий-красный флаг. Сам начертал образец и определил порядок горизонтальных полос. В настоящее время День государственного флага России отмечается ежегодно 22 августа. В этот день в Новочебоксарске прошла праздничная программа в честь триколора. Отметим, что государственный флаг Российской Федерации поднимается во время официальных церемоний и других торжественных мероприятий. Этот день не стал исключением. Сегодняшний праздник – это великий праздник, я считаю, потому что это день государственного флага. А государственный флаг это символизирует, это значит, символ, самый главный символ нашего государства. Оно так вот эти полоски означает, значит, доброта, честность и мужество. Соответственно, мы на флаг равняемся, в нашей работе, в наших достижениях. И оно, это гордый рейд, флаг, начиная с Кремлевской стены и кончая всех учреждений, значит, и законодательной, и исполнительной власти. Среди маленьких горожан провели конкурс рисунков, вывешенных при входе во Дворец культуры «Химик». Здесь же для новочебоксарцев веселые сказочные персонажи провели развлекательную программу. Устроили путешествие по городам России. Конечная станция Чувашия, город Новочебоксарск. Под задорную музыку ребята танцевали и разгадывали загадки. Юное поколение – это наше будущее, поэтому они должны знать корни, с чего начинается Родина. Вот поэтому мы и проводим это мероприятие, чтобы они запомнили, и когда уже подрастут, они тоже передадут своим маленьким друзьям вот это все. Эта традиция – это действительно исторические моменты в жизни, нашей жизни. Историю нельзя забывать. Если будет история, значит, будет государство жить долго-долго на этой земле, так скажем. После музыкального мероприятия несколько машин с флагом России ждали путешествия по городу. Триколор стал украшением железных коней горожан.